В общем, на днях меня просили сделать, поставить крепление, вставить на лыжи, тисы, рейс-кап, скейтинг. Вот. Вот эти лыжи правые. Вот крепление. Соломон. Пролинк. Роскейт. Такие лыжи я ставил себе на Йоку. Еще ставил несколько таких лыж креплений Спортмастера. Купленные со скидкой. Вот когда мне принесли эти лыжи, чем мне было интересно. Я подумал, а какая это лыжа? Мукачевская или от компании СТК? То есть Центр спортивных технологий сейчас забрал себе лыжи некоторые, которые делали Мукачево. Цех там подвергся пожару, но сейчас говорят, что восстановлены. Вот они делали лыжи. Эти лыжи я видел в магазине. Они чуть-чуть другой расцветки, чуть-чуть как-то вот у них половина вот эта вот другая, черная. И еще видел лыжи. Спортсмены у нас, у них вот эти вот места, вот эти вот торцы, где носки, они покрашены ядовито-зеленым цветом. Те ли лыжи это? Нет, или не эти лыжи? В общем, думаю, какие же это лыжи будут? И вот, и мне приносят лыжи, я сразу гляжу, что это лыжи Мукачева. Вот потому что лыжи Мукачева я могу отличить по жесткости. Вот, по этому ярлыку, вот он попался под крепление. А вот у меня он находится на моих лыжах. Вот моя пара лыж, у меня находится гораздо ниже. Вот, ну, в общем, там по штрих-коду все идентично. Вот лыжи 197 сантиметров в ростовке. Может, поэтому они остались Мукачево. Потому что такая ростовка. Не очень спрашиваемые. Тот он их взял, купил. Вот стоят они 5720. Данные лыжи. Рост 197. Вот. Ну, в принципе, крепления стали хорошо. Вот у меня лыжи я покупал чуть больше 2 лет назад. Из-за этой волны все стали пробовать тису. Вот, я в частности купил тису. Вот у меня платформа установленная. Ну, это потому, что тогда пролинков не было. И, в общем-то, я система NNN всегда бегал. И вариантов-то я как-то даже не рассматривал. Сейчас я пролинк установил. Так, по скользику давайте посмотрим. В общем, лыжи без каких-либо дефектов. Без всяких. Вот, есть тут вот парочка такая вот, просто как-то вот, как вам показать-то, вот. Вот такие вот штучки, вот, ну просто это, ну, ерунда, так, больше я нигде не нашел, а так лыжи сделаны все, ну, как делали, так и сделаны, в общем-то, все-таки сейчас сравнивать, вот, вроде Мукачево, Украина, ну, видимо, делается реально под Фишером, под контролем Фишер, так, скользяк один и тот же. Структура одна и та же. Вот, все идентично, если мы посмотрим. И хоть лыжи, вот они не в парафине, там ни в чем-то, они не заклеены, просто голые. Но вот нигде никаких вот у них косяков нету. Я бы не сказал, что у них пластик-то жесткий, СП. Потому что вот у меня, ну, есть коцы, такие коцы, хотя я на лыжах бегаю. Тисах очень, ну, немного. Из-за того, что все-таки у них вес большой, и когда вставая там стоп, притоп на тисы, я не очень себя комфортно чувствую. Хотя о лыжах плохого ничего сказать не могу. В общем, крепления получились вот такие. Сейчас я их отдам, человек может побегать сегодня. Вот как-то так. Всем бегай. Тисы хорошие лыжи. И вот у меня сейчас